Очень вкусный, легкий, сытный и при этом малокалорийный салатик. Для его приготовления нам понадобятся креветки, разные салаты, какие у вас дома есть. В моем случае это шпинат и листья молодой капусты, айсберг-салат, сырая свекла, огурец, черри-томат. Для вкусной заливки нам потребуется чеснок, укроп, петрушка и оливковое масло. Итак, сначала нам нужно обжарить креветки. Высыпаем на сковороду. Креветки обжариваются быстро, 3-4 минуты с обоих сторон и будет готово. Все салатные листья мы опускаем в большую миску. Сюда же высыпаем айсберг-салат и мелко нарезанная свекла. На хикорезке я ее натерла. Теперь нужно будет очистить от кожуры огурец и порезать мелким кубиком. Помидоры разрезаем пополам. Любой сыр режем мелким кубиком. Также можно использовать моцареллу, будет тоже очень вкусно. Для салата сделаем заливку. Мелко измельчим нашу зелень. Натру зубчик чеснока. Добавила немного соли. Теперь добавим оливковое масло. Все нужно будет хорошо перемешать. Вот такой заливочкой мы заправим наш салат. А сюда сейчас я переложу наши креветки. Перемешиваем. Добавляем нашу заправку. Опять же хорошо перемешать. И нужно оставить минут на 10. Немножечко салату настояться. Затем подаем к столу. Это очень вкусно, ароматно и малокалорийно. Вот такой вкусный салатик у нас получается. Попробуйте сделать по этому рецепту. Я думаю, вам понравится. Будьте здоровы! Приятного аппетита!